Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев, и вы на канале Барбаросса. А мы находимся в Сочи, где открылся наш барбершоп. И так как мы на главном курорте нашей страны, мы поговорим с вами о том, как ухаживать за волосами на отдыхе, вредна ли морская вода для волос, и как хорошо выглядеть, даже если вы целыми днями купаетесь в море, а потом лежите на пляже. Погнали! Ребят! Когда вы приезжаете на море, обычно многим людям становится не до укладки. Их больше заботит то, чтобы сходить покупаться, сходить потом куда-нибудь покушать и весело провести время. И это является самой большой ошибкой. Находясь здесь, мы увидели то, что очень много мужчин не следят за собой. Ладно, обгорелая кожа, это понятно. Вы только приехали на море и несколько дней здесь находитесь. Отсутствие укладок, неопрятный внешний вид сразу выделяют отдыхающего. Ребят, чтобы понять, как ухаживать за волосами на море, нам обязательно нужно разобраться, как морская вода и солнце влияют на ваши волосы. Сама по себе морская вода полезна для вас, для вашей кожи головы и для ваших волос. В ней содержится очень много микроэлементов, которые по-настоящему полезны. Может пройти даже перхоть, если вы будете каждый день плавать в море. Но есть очень большой нюанс. Когда вы выходите уже непосредственно из воды на берег, надевайте кепку. Если ваши волосы высохнут под солнцем и останутся в таком состоянии, тот слой соли, который попал на кожу, будет очень сильно вредить как и вашим волосам, так и вашей коже. Если вы вышли из воды, желательно протрите свою голову полотенцем и наденьте головной убор. Во-первых, это убережет вас от солнечного удара. Во-вторых, вы сохраните свою кожу головы и волосы. Второй момент. Стоит ли пользоваться непосредственно на курорте, где большая влажность, где высокие температуры, стайлингами? Волосы сохнут здесь очень быстро, особенно если вы выходите из воды. По факту, морская соль, которую мы используем в укладке, уже наносится на ваши волосы после каждого купания. Волосы станут жестче и будут лучше укладываться, когда вы находитесь здесь. Если же вы хотите сохранить свои волосы длинные или средней длины в порядке, не выжечь их, не пересушить, используйте питательные муссы и специальные кондиционеры и бальзамы. Кондиционер подойдет любой. В любом случае, пользуйтесь кондиционером каждый раз, когда моете голову на море. Использовать ли здесь шампуни? На самом деле, морская вода довольно агрессивна. И вполне вероятно, что вам даже не потребуется шампунь. Достаточно просто хорошо промыть голову проточной водой. Ребят, на море волосы очень часто выгорают. Это связано с попаданием ультрафиолета. В свое время испанские модницы средних веков, чтобы высветлить волосы, делали что? Они вырезали центр шляпы, надевали поля себе на голову и смазывали свои волосы лимонным соком. Лимонный сок в сочетании с ультрафиолетом их осветлял. Это для более быстрого эффекта. Но даже если вы не будете пользоваться лимонным соком, волосы будут выгорать. Защитить волосы от выгорания, если вы не хотите этого. Да что ж такое-то, куда же вы все ездите сегодня? Защитить волосы от выгорания можно нанесением масла на волосы. Есть специальное масло для волос, которое снижает воздействие ультрафиолета. Следите за состоянием своих волос и в обязательном порядке за своей укладкой на море. Потому что, когда вечером вы пойдете где-то гулять, неуложенные волосы не будут для вас плюсом. Ребят, спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии под этими видео. Самые лучшие комментарии мы опубликуем в следующих. С вами был Евгений Туаев и наш канал Барбаросса. Ставьте лайк.